restless dreams I walked alone. Narrow streets of Constance. Приветствую, с вами Антикэп, и сейчас я вам расскажу о шестом сезоне американской истории ужасов. Одним словом можно сказать так. Разочаровал. Главная причина, почему не понравилось, это необычная концепция самого сезона, которая описывает сериал внутри сериала. И еще один сериал внутри сериала, который внутри сериала. И вот это переплетение выдуманной реальности внутри выдуманной реальности заставляет чувствовать фейковость всего происходящего на экране. Ты отчетливо понимаешь, что перед тобой иллюзия, обман, театральная постановка, долбанный спектакль. И в свою очередь весьма неинтересно. Да, актеры, конечно же, хороши. Они тащат. Сюжетно что-то там на фольклоре, на эпосе, на историях, легендах. Это все отлично. Но часто просто скучно. Происходящее на экране не цепляет. За героев ты не переживаешь. События тебя не удивляют. Иногда бросается в глаза непродуманность, некая попсовость всего происходящего. В сериале есть, конечно, интересные повороты, качественная подача, стиль. Но то ли это все уже приелось, то ли создатели реально не угадали с балансом, созданием атмосферы. Поэтому, как вердикт, могу сказать, что этот сезон мне не зашел. Слишком много противоречий. Фанатам могу рекомендовать, а вот незнакомым с сериалом советую воздержаться. Смотрите другие сезоны. Мне, например, предыдущий понравился намного больше. Если интересно, краткий обзор на сезоны по ссылочке вверху справа на экране. С вами был Антикэп, спасибо за внимание.